Ребят, всем привет! В этом видеоролике я покажу, как настроить телефон на передачу интернета и сделать из него 3G модем. В первую очередь нам нужно настроить сам интернет мобильный. Для этого заходим в настройки, ищем вкладочку «Еще», и здесь мы видим самую последнюю строку «Мобильные сети». Заходим в «Мобильные сети» и видим 1, 2, 3, 4, четвертую точку, точка доступа IPN. Как вы видите, у меня точка доступа настроена от моей мобильной сети. Есть телефоны, которые автоматически настраивают эту строку. Если же у вас ее не оказалось, для того, чтобы ее настроить, делаем такие манипуляции. Нам нужно добавить строчку. Я захожу под крестиком вверху, добавить точку доступа. У вас же должно быть, ну, на каждых мобильных телефонах по-разному. Нажимаю на этот крестик, как мы видим, выходят настроечки. Нам же нужно одно единственное, это вторая строчка APN, и как видите, она не задано написано на ней. Первая строчка нам тоже понадобится, но в принципе не так обязательно. Сюда мы вписываем просто имя вашей интернет-сети. Ну, можете даже свое имя написать, без разницы, что вы здесь напишете, это на настройки никакого влияния не имеет. Допустим, мы пишем Beeline, если у вас сеть Beeline, Internet. Нажимаем ОК, выбираем вторую строку. Здесь же вы должны знать точку доступа своей сети. Вы должны зайти на официальный сайт Beeline, узнать там эту строку и вводите сюда строчку. К примеру, www.beeline.com, и нажимаете ОК. Я этого делать не буду. Показываю вам на примере. Вот моя точка доступа. Как вы видите, имя у меня Orange Internet. И настроена IPN точка, вот такая строка у меня введена, wap.orange.md. Вот эти две строки, если будут настроены, то у вас точка доступа будет для подключения к интернету настроена. И нажимаете сохранить. После этого вам надо включить этот интернет. Заходите в настройки и выбираете передачу данных. Включаете передачу данных. Передача данных включается. После того, как включился интернет, для того, чтобы его раздать, к примеру, на другие устройства, там на планшет, на ноутбук можно передать. Для этого обратно заходим в настройки. Теперь нам нужно включить этот телефон на раздачу вашего интернета. То есть не для принятия, вот здесь точка Wi-Fi есть, он принимает беспроводную связь. Вам надо мобильную связь и раздать. Для этого находим строчку «Еще», открываем ее. Там, где мы настраивали интернет, мобильные сети, но мы видим третью строчку «Режим модема». Выбираем режим модема, и как видите, у нас первая строка присутствует, точка доступа Wi-Fi. Выбираем ее, и как видите, она выключена. Мы должны этот ползунок включить, и вы видите, появился значок на передачу Wi-Fi интернета. При подключении любого Wi-Fi, как вы знаете, там присутствует пароль или же без пароля. Так как при подключении к этому телефону вы должны будете включить Wi-Fi, и планшет по Wi-Fi сетям увидит этот телефон, сеть этого телефона. Хотите — настраивайте пароль, хотите — нет. Мы видим вторую строку, настройки точки доступа Wi-Fi, шифрование. Вот у меня имя сети, это название моего телефона, Cubot H2. Вы можете сюда вбить пароль, чтобы левые лица не подключались бесплатно к вашему Wi-Fi, к примеру, в автобусе или еще где-то в пути. Выбираем FPA2, это если вы хотите пароль ввести, или же нет. Вот, и вводите сюда пароль. Пароль должен быть не менее 8 символов. Можете все единички ввести, можете все нолики, без разницы. После того, как настроили интернет на раздачу, теперь берем любой гаджет, к примеру, планшет,
так как у нас уже, вы видите, статус баре, у нас телефон настроен на раздачу интернета, мобильный включили, на раздачу включили, теперь берем планшет и подключаемся по Wi-Fi сетям к этому телефону. И заходим в интернет с планшета с большого экрана. Не у всех телефоны с большой диагональю, поэтому не всегда удобно смотреть фильмы. А так с планшета. Планшеты от 7 дюймов идут с диагональю, 7, 8, 9, 10 дюймов. Для глаз более оптимально сидеть в интернете, смотреть видео. Многие ищут планшеты с 3G функцией, то есть симками, но не вижу смысла их брать, так как вам придется брать вторую симку. Все люди имеют при себе телефоны, так получается, и телефон будет симкой, и нужен вам будет еще один оператор для подключения планшета с функцией 3G. Но, как вы знаете, планшеты с 3G намного дороже, чем обычные. А телефон у нас имеет функцию раздачи 3G, поэтому я не вижу смысла переплачивать за симку, за функцию 3G в планшете. Пожалуйста, включаем Wi-Fi в планшете, настраиваем телефон на раздачу 3G и пользуемся с планшета мобильным интернетом. Надеюсь, я кому-то помог. Эта функция действительно очень нужная. А на этом пока все. Всем удачи, пока.